Уже далеко не первый год атриум торгово-развлекательного центра «Акварель» становится площадкой для проведения соревнований по боксу. Здесь проходит муниципальный этап Кубка губернатора Московской области по боксу. Это отборочный тур. Участвуют как юноши, так и девушки в возрасте от 13 до 14 лет. Если честно, то я сначала переживала то, что будет серьезная соперница, как раньше на ТФО. Но оказалось, все так просто. Конечно, есть какие-то волнения, но после боя мне очень сильно понравилось, как мы боксировали. И я довольна тем, что наконец побоксировал в «Акварели». Соревнования организовала Федерация бокса Пушкинского при поддержке отдела физической культуры и спорта администрации округа и ТРЦ «Акварель». Это не только отбор спортсменов на Кубок губернатора. У соревнований есть и другие задачи – развитие и популяризация бокса в округе и в регионе, а также повышение техник тактического мастерства спортсменов и обмен опытом. С нашего клуба «Золотая секира» представители абсолютно разные подготовка. То есть кто-то проводит свой дебютный бой, а кто-то уже 20-й свой бой. В целом вообще уровень бокса сейчас растет, поднимается. Вот технико-тактическое мастерство значительно выше, чем 10 лет назад. И очень приятно смотреть на ребят. Оцениваю турниры сейчас даже муниципального уровня. Если раньше на них было скучновато, ребята, новички, явно видно было, что новички. Сейчас картина кардинально меняется, так как все-таки уровень вообще бокса в целом, он очень вырос. Соревнования проходили 2 дня. Победители первого встретились на ринге уже в финале. Это второй день. Те спортсмены, кто победил в финале, будут представлять округ на региональном этапе. На ринг выходили не только ребята из Пушкинского. Пригласили и участников из Сергиева Посада, Акулова и Балашихи. Всего порядка 50 человек. Проверить свои силы была возможность и у новичков. Для них организовали отдельные поединки. По итогам 2 дней соревнований наш округ на региональном этапе представит 19 человек. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Яков Глызер. Новости Большого округа.